Я благодарю сейчас Бога за то, что Он открыл мне надобность пересмотреть свои приоритеты и наглядно показал, как иллюзорны те блага, за которые я держалась, считая их при этом основой своей жизни. А кроме того, благодарна за сложившиеся обстоятельства, потому что в них практически не осталось возможности обманывать себя и бесконечно искать оправдание. Почему же ты так и не разобрался в отношениях с другими людьми? И, конечно же, так ли у тебя все налажено в отношениях с самим собой?